Всем привет, друзья! Вы смотрите SLC Fight News. Мы все еще в Молодечно на турнире NFG, который уже подошел к концу. Ну и в завершении, конечно, было бы правильным пообщаться с людьми, без которых этих бы мероприятий, соревнований не получалось бы. И рядом со мной стоит заместитель председателя Федерации панкратиона и боевых искусств, основатель бойцовской команды Академии ММА Алексей Анцепович. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый мой вопрос Алексею. Соревнование подошло к концу, и, конечно же, хотелось бы узнать, как оно прошло, по вашему мнению, и все ли получилось? Что касается боев и спортивной части, ну, мне кажется, получилось все. Бои были веселые и достаточно интересные, начиная с самого первого. Публика Молодечно встречала очень активно и болела, это все видели. В принципе, ну, не сказать, конечно, что зал там не было пустых мест, пустые места, к сожалению, были, но для такого небольшого зала наполненность была неплохая. Так что спортивная часть, зрители отработали на ура, мне кажется. Вопрос, конечно, был по организации, были кое-какие сбои, там, наверное, по ведению мероприятия. Плюс еще какой нюанс был, это, конечно, свет нужно делать над рингом отдельный дополнительно. Это вот именно по организации, что касается. Ну, в принципе, что у нас в первую, во главу угла всегда в New Fight Generation ставится это спортивная часть. Спортивная часть была сегодня проведена на ура, поэтому, ну, все хорошо. Да, ребята, вот про свет, это золотое замечание, почему наши организаторы не обращают на это внимание. Темно и свет на ринг, и это будет самое круто. Теперь вопрос как заместителю председателя Федерации панкратиона. Расскажите немножечко про планы Федерации, ближайшие мероприятия какие-то и так далее. У нас мероприятий на год вообще порядка 40 событий, чтобы вы понимали. У нас там достаточно плотный график. Поэтому ближайшие у нас сейчас проходят областные соревнования перед республикой. Еще осталось, получается, Брестская область, Витебская область и Гродно. Остальные уже сделали отборы. Они формируют сборные команды. У нас, получается, не открытая республика, республика закрыта. И представляет команду на республиканские соревнования только отделение федерации, соответственно, областное. То есть каждая область – это своя команда, по два человека весит. Поэтому сейчас областные соревнования идут, дальше будет 9 числа республика. Ну и дальше плотнее готовимся к Европе. 1-4 июня будет Европа у нас в Минске проходить, кстати. И это очень здорово. Мы обязательно тогда придем поболеть и посетим это мероприятие. Ну, в принципе, наверное, все. Давайте в заключение пожелаем успеха, победы. Конечно же, Алексей Анцепович – это тот человек, который выходит с нашими ребятами, который выходит на ринг на самых больших известных промоушенах. Давайте пожелаем, чтобы все эти ребята, которые выступают там, побеждали, и все было хорошо. Ну, а сейчас, ребята, пока. И спасибо SLT News. Приглашаем обязательно на наши события, на республику, которая во дворце будет 9 апреля. Я думаю, что мы увидимся там обязательно. А мы обязательно посетим, примем приглашение и осветим это все для вас. Пока, ребята. Все, всем счастливо.